Ребята, убедитесь, пожалуйста, то, что под этим видосиком кнопка подписки не красная, а серая. Это значит то, что вы подписаны на мой канал. Только самые крутые ребята подписаны на мой канал. Поэтому подписывайся, дружище, обязательно, если ты еще не подписан. И помни то, что ты самый лучший. Капец! Это же Фантайм Фокси дохлая! Да, друзья, смотрите, Фантайм и Рокстер Фокси. А это кто? Привет-привет, друзья! С вами я, Кекс, мультипульти всем вкусняшек и мороженок. И сегодня новые приключения, как вы и хотели. И сегодня у меня новые аниматроники. Смотрите, я играю за Фредди Фейерверка. Вот такой он вот крутячный, да, друзья. Лайк за Фредди. Потом помогает ему Бонни. А что это я всех позвал? Так, вот это Чика. Чика учительницей работает. Да, я учительница. И это, друзья, а ну-ка догадайтесь, кто это? Кто это? Подумайте. Ну, а это Фредди Шамрок. Итак, друзья, Бонни пригласил всех новых аниматроников, чтобы они познакомились с той аниматрониками. Ну, мы сейчас отправляемся, да. Все в машину, там уже все. Аниматроники ждут дома, все ждут у той Фредди дома этих новых аниматроников. Вообще-то, это я их нашел, поэтому все заслуги мне. Да понятно, Бонни, ты всех нашел, ты всегда всех находишь, ты самый умный, ты круче всех колдуешь. Вообще-то, ты все прям знаешь про меня. Спасибо большое. Да не за что, Бонни. Тихо. Так, подъезжаем. Посмотрим, кто там нас сейчас ждет. Да там все собрались, все благодаря мне. Сейчас нас встречать будут с оркестром. Так, ну мы приехали. Иди, оркестр. Ага, Бонни, где оркестр? Ну да, Бонни, где оркестр? Я ничего не понимаю. Что такое? Ну, где? Кто нас ничего не... Никто нас не встречает. Капец, друзья, что за прикол? Они там, наверное, сюрприз! Так. Вот это сюрприз! Это кто? Это же мой дедушка! Моего дедушку кто-то грохнул! Капец! Бонни, это что, твой дедушка? Да! Короче, его грохнули. А может, он просто от старости сдох? Ага, от старости. А что он весь в кровяке лежит? А я не заметил! Дедуся! Дедушка! Ну успокойся ты, капец, разнылся. Сейчас выясним, сейчас все мы порешаем. Так, балунбой дохлый. Что происходит? Капец, друзья, я в шоке. Всех грохнули. Офигеть. Кошмарная мангл. Помогите, ребята, развяжите меня, пожалуйста! Бэйби? Бэйби живая, друзья, Бэйби живая. Сейчас мы все выясним. Развяжи меня, ребята, пожалуйста! Так, Фредди Фейерверк, давай, Бэйби, поднимаем. Так, поднимаем. Так, сейчас мы тебя развяжем. Сейчас, Бэйби, ты только не ори. Сейчас все встанет на свои места. Так. Говори, Бэйби, что случилось? Да развяжите меня, развяжите! Да ладно, ну чё, вот развязали. Чё случилось? Куда ты ломанулась? Нет, я боюсь! Куда она ломанулась? Капец, убежала. Ладно, друзья, погнали наверх. Ребята, если вам нравятся новые приключения аниматроников, ужасные, страшные приключения, прямо сейчас поставьте лайк. Поставили лайк? Поставили, я спрашиваю, вы лайк поставили? Если поставили, то вы крутые, просто крутые чуваки. Итак, смотрите. Ребята, это все из Кипи, они меня не заметили. Чё? Чё Бало рассказала? ACP? Да, ACP. Капец, друзья, вы слышали? Я слышал, это ACP, это очень страшное создание. Так, друзья, смотрите, той Чика дохлая. Офигеть. Так, друзья, это очень все странно. Да, это странно. Приехали в гости тебе, раз, два.
Так, тихо, Чика, спокойно. Офигеть, друзья! Твистед Бонни! Классический Бонни! А это кто? Ты чё дышишь? Друзья, вот этот клювоносый SCP-049! На! Получил, ах ты гад! Так вот, друзья, кто грохнул, получи! Получи! Всех аниматроников! Офигеть! Капец! Я так боюсь этих SCP! Ребят, идите дальше! Я в туалет пошел! Никто никуда не расходится, Бонни! Капец! Друзья, вы хоть написали в комментариях, что это за новый аниматроник, похожий на бегемота? Написали? Кто знает, что это за бегемот? А? Напишите! Так, друзья, погнали в подвал. Посмотрим, что там. Мы в подвале-то не были. Так, капец! Это же Фантайм Фокси дохлая! Да, друзья, смотрите, Фантайм и Рокстер Фокси. А это кто? Это же SCP! Это же SCP-статуя! Какая статуя? Бонни! Нет, я боюсь, я не буду заходить! Ах ты гадкая SCP, так это ты грохнула! Получи! Офигеть, друзья! Одни SCP-шки кругом! Они все грохнули наших аниматроников! Она такая страшная! Это SCP-173! Я их боюсь! Я не буду подходить! Да, друзья, что-то происходит непонятно, почему SCP напали на аниматроников. А почему напали? Мы их не трогали! Мы только сиреноголова задубасили! Смотрите! Лезут! А, капец! Лезут и лезут! Отвали! Отвали, говорю! Блин, друзья! Смотрите! Сиреноголовые смотрят в окна нам! Это дети сиреноголового! Они позвали SCP, друзья! Они позвали всех SCP, чтобы напасть на аниматроников! Гасите их, ребята! Получи! А ну иди сюда! Ой, сколько их, мамочка! Какие они вонючие! Блин, друзья, это капец! Это просто засада. А ну-ка, свалили. Хватит в окна заглядывать. А ну, свали куцезардой. Ой, блин. Ах ты, SCP-шка. На. Ах ты, статуя. Блин, вон Фредди. Ребят, помогите, ребята. Ребята, они нас сюда загнали. Капец, там Чика и Фредди. Вон где они. Ладно, они живые, нормально. Сейчас мы разберемся с этими SCP-шками. А ну-ка, свали-ка! Слышь, сиреноголовые, хватит рычать! Хватит жужжать! А ну, свалили с нашей площадки! Правильно, Бонни? А ну, свалили! Пошли отсюда! Ух, скелетозадые! Получи! Ой! Фредди, Фредди, ты чё, больно же? А мне, думаешь, не больно? Блин, они здоровые, они здоровые. Так, друзья, погнали туда. Погнали на теннисный корт, на площадку. Сейчас мы их задубасим. Сейчас. А ну давай сюда, SCP. Сейчас, друзья, возьму новое оружие. Достали эти SCP-шки. Капец, напали на нас. Ты видела? А ну куда лезешь? А ну закрыл свой рот. А ну рот и закрыл. Сиреноголовый. Куда ты прёшься? А ну куда? Капец, не трогай Чику! Да блин! Они здоровые! А ну не подходи! А ну не подходи, куда лезешь? Фрейфервер! Давай гаси, гаси! Да гашу я, гашу так много! Офигеть, друзья! Просто офигеть! Сиреноголовые, SCP-173, SCP-049, клювоносые. Блин, куда они делись? Они же были. Сейчас, друзья, я покажу, как работает Фредди Фейерверк. Он мастер по запуску фейерверка. Вот, смотрите. Сейчас он их всех позапускает в космос. На! Смотрите, друзья.
Сейчас мы прикольно. Они уже побежал. Горит. Видали? А ну-ка полетайте. Сиреноголовенький. Капец, видали, друзья, что он вытворяет? Он их просто может фейерверком зажигать. Вот это да! Фредди, фейерверк, ты крутой чувак! Так, тихо, Бонни. Гасите, что ты ходишь со своей дубиной? Гаси, ICP-шек. Да блин, а они вообще не страшные, Тига. Они очень страшные. И чё? Фредди, он дубасит Шамрока. Ладно, сейчас мы с ними рассчитаемся. Полетай! Вот тебе! ICP-шка! Ого! Побежали! Смотрите! Офигеть, сиреноголовые носятся! Полетай! Давай, 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 ребята! Давайте, гасите! Блин! Офигеть! Нифига себе, ты видел? Их что, не берет фейерверк? Вот вам, друзья, все, фейерверк закончился. Начинается армейские буни. А ну не подходи. На! А хватит включать свою сирену. Лежи, не вставай, говорю. Давай, давай, Чика, гаси, гаси. Бонни, ну ты только приказы раздавать можешь, а сам? Ты рядом, я же говорю, ребят. Я помогаю, морально. Все, молодец, молодец, Фредди, фейерверк. Отлично, друзья, капец. Смотри, смотри, лезут тараканы. Ты только глянь, друзья. Ля, лезут ACP-049. А ну не подходите. А вы не подходите, клефодосики. Сейчас мы вам раздубасим. Да, а вот тебе. Думаешь, мы тебя испугались? Гасите их, друзья. Молодец, Чикуля. Отлично. Вот так вот. Зубовцы. Лезут эти таракашки. Да, получи. Молодец, понял. Вот так вот. Гаси его. Вот, молодец. Капец. Блин, сколько этих ICP-шек сиреноголовых. Вот эти, блин, капец. 173-й статуи. Ладно, надо Фредди снимать с Чикой. Да, надо Фредди снимать. Сейчас, друзья. Все, друзья, сласти. Все, мы их загасили. Ну, загасили, сласти уже. Спасибо, ребята. Ага, брател, спасибо. Да не за что. Фредди, это я их привел. Да, бой, ну ты всегда скажешь про себя, не забудешь. Так, я всех сейчас оживляю. Так, баллон. Оживляйся. О! Ты кто такой? А ты кто такой? Так, дедуля Бонни. Сейчас мы всех оживим, друзья. А ты кто такой? Балун, а ну успокойся. Так, отлично. Так, здесь Балора, все живые. Так, Энар, ты чё там, оборзел? А ты кто такой? Блин, Балун. Так, Бонни. Отлично. А ты кто такой? Блин, Балун! Слышь, Балун, отвали! Отвали, Балун! Чё происходит? Чё за движуха? Шамрока зажали в двери. Чё за дела? Так, Чику оживляем, той Чику. А ты кто такой? Да блин, Балун, ты чё? Отвали! А ты кто такой? Ты кто такой? Капец, Балун с ума сошёл. Слышь, Балун, а успокойся! Капец, друзья. Что происходит? Я оживил аниматроников. О, один Бонни нормальный. Бонни, ты куда? Все, я домой. Мне домой, где живот болит. Да знаем, какой живот. Затрестал, да? Нет, нет, не просто домой. А ты кто такой? Ты кто такой? Все, ребят, покедова, покедова. Да успокойся, Балун. Что с Балуном? Капец. Слышь, Балу, успокойся! Ребят, если вам понравилось, как сиреноголовые напали на аниматроников и ACP, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напишите крутой комментарий и обязательно попадете в мое видео. Все, с вами был я, Кекс Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Всем пока!